Шедевральная работа немецкого искусствоведа эпохи Возрождения «Молодой заяц» авторства Альбрехта Дюрера является одной из первых, в которой раскрывается тема природы и стиль художника. Художник написал ее в далеком 1502 году. Животное окрашено, как и более поздняя работа «Большой кусок луга», в гиперреалистичной манере, придающей правдоподобности. Этот рисунок сделан на почти квадратном листе бумаги, чуть подкрашенном бурой краской и наклеенном на картон. Животное изображено диагонально и развернуто на три четверти. Художник смотрит на него сверху вниз. Акварельный заяц – пример детального реализма Северного Возрождения, стиля, возникшего во фламандской живописи 15 века. Одним из самых известных представителей этого направления был Ян ван Эйк. Альбрехт известен также благодаря ксилографии и ряду гравюр, чему способствовал отец-ювелир. Кроме этого, за плечами Дюрера есть серия инновационных автопортретов, увлечение ландшафтным дизайном, растениями и животными, возникшее во время путешествий в Германии и Италии. Визиты Дюрера в Италию, к слову, дали мастеру представление о популярных методиках и тенденциях эпохи Возрождения. В работах живописца можно увидеть синтез идей и приемов средневековой живописи и искусства Ренессанса. До сих пор неизвестно, создан ли молодой заяц целиком в мастерской, или автор сделал наброски животного в дикой природе, а затем завершил работу в закрытом помещении. Рисунок, вероятнее всего, родился не на улице. Глаза зайца отражают оконную раму. Автор известен тем, что использует отражение как метод придания дополнительной естественности и реалистичности своим персонажам. Доподлинно неизвестно, был ли заяц живым или успел стать добычей охотников. Многим экспертам наиболее вероятным кажется то, что Дюрер использовал чучело животного для окраски после создания эскизов и заметок в дикой природе. Конечно, реалистичность зайца впечатляет. Для этого Дюрер применяет сложную структуру и впечатляюще использует светотень. На подмалевок легли тени темных оттенков. Сверху едва смоченные кистью, гуашью вырисованы шерстинки. Автору крайне удались переливы света и фактуры меха. Помимо того, что ему удалось выделить уши и каждый волос на всем туловище модели, также создать эффект теплого золотого света, придающего жизненной энергии зайцу. Изначально Дюрер создал контур фигуры, а затем покрыл работу коричневой краской. В дальнейшем, используя совокупность темных и светлых мазков, окрасил мех, используя акварельные краски. Следующим шагом стало добавление мелких деталей, вроде усов и отражения окна в глазах. После окончания работы с акварелью мастер нанес гуашью ряд мазков для придания меху необходимой структуры. Наконец был добавлен ряд белых бликов, что придало объемности животному. Невзирая на максимально возможную детализацию изображения, целостность образа остается. Кажется, что перед глазами живой зверек. Он прислушивается, готовый в любой момент ринуться прочь. Официально свой кочевой путь рисунок Альбрехта Дюрера «Заяц» начинает с частной коллекции ценителя Ингофа. С 1588 года перешел в собственность императорской сокровищницы Рудольфа II, где хранился до 1783 года. После был передан в придворную читальню. На подборке картин коллекционера, который последним частно владел «Зайцем», основали собрание Альбертины в Вене. Эту работу Дюрера бесчисленное количество раз копировали еще в XVI веке. Сегодня есть 13 официальных копий зайца, в том числе 3 вариативные.